объединили людей разных возрастов и национальностей и на Соборной площади провели форум-концерт «Единство народа». Поучаствовать пришли сотни ульяновцев – учителя, медики, студенты, рабочие, представители власти и общественности. Концерт объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей. Мы действительно живем в непростые времена, когда наша страна вынуждена бороться за нашу национальную идею, за нашу культуру, за нашу историю, за наши традиции и независимость. Россия после распада Советского Союза проделала непростой 30-летний путь. От развала страны до вновь мировой державы. Организаторами акции выступила партия «Единая Россия». Главный посыл – показать единство нашей большой многонациональной страны. За последние 30 лет наша страна прошла огромный путь, и никакие внешние силы не смогут противостоять. Перед внешней угрозой, как показывает история, именно российский многонациональный народ встает плечом к плечу, чтобы отразить эту агрессию. И нам важно сейчас всему миру показать, чтобы ни у кого сомнений не возникло, что Россия в едином порыве поддерживает сегодняшнюю политику нашего руководства. Выступления спикеров переплетались с концертными номерами ульяновских творческих коллективов. А гостеприимные территориальные общественные самоуправления угощали гостей пряниками и пирогами, которые готовили в специальных пекарнях. Сегодня на площади Соборной проходит праздничный концерт «Единство народов». И наши ТОСы пришли, как раз наши пекарни, благотворительный ТОС, решили угостить жителей нашей Ульяновской области непосредственно своими изделиями. Это пирожками, пряниками, печеньем, которые они готовили вчера, пекли, чтобы сделать сегодняшний праздник более слаще и более вкуснее. Подобные концерты прошли в каждом уголке страны. Участие в них приняли десятки тысяч граждан. Анна Тищенко, Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.